Ой-ой-ой-ой-ой, девчонки, я тебе девочку сейчас приманю, я тебе девочку приманю. Давай, давай, сейчас я... Отлично. Отлично. Какое у меня же место. Какое место. За мной бежит. Ты 276 килограмм, а он... О, нет, нет, лайк, беги, беги. Да я бегу, я бегу. Ребят, ну короче, это, к стенам лучше не прижиматься. Вообще там... Все, вообще все, жмем ее. Зажимаем. Пышечка моя. А она... Пышечки мои! Ну, ты, мы видим, что ты взлетаешь, но вот насчет полетов у тебя какие-то проблемы, видимо, погода нелетная. Да. Да, и лишний вес, возможно, хотя вряд ли. А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то вы будете самыми стройными и красивыми. 1, 2, 3. Всем отличного настроения, друзья, с вами Котенок Лайк и мои друзья, папа и дочки. Привет, ребята! Привет, Котенок Лайк! Мы готовы сегодня стать самыми жирными. Да. Это хорошо, потому что сегодня придется постараться. Здесь у нас есть толстяк на 1000 килограмм. В общем, ребят, у нас... Уже? Да, уже, он просто громадный. У него пальцы как сардельки. И... А ноги как лопаты. Да, ноги как лопаты. В общем, ребят, у нас сегодня челлендж... Кто станет самым толстым и съест весь сервер, а потом съест себя сам. Вот так. Да. Так что, ребята. Что, начинаем? Да, погнали, давайте лопать все подряд. Все, мы тортик съели, а ты? А, я пока еще ничего не съел, а вот гамбургер откусанный, но я не брезгую. Да, а то, что они на полу валяются, тоже как бы все равно. Да, здесь все равно. Лучше уж ты что-то съешь, чем съедят тебя, мне кажется. А, кстати, здесь еще можно каннибализмом заниматься, съедать других ребят. То есть бежим, съедаем гамбургер, съедаем пиццу, съедаем человека. Печеньки, потому что они дают сразу 5 вес. Да, есть такое. Да, есть такое свойство. Печеньки, это круто. Вот, у тебя уже вес 16. У меня уже, кстати, 16 килограмм. Лайк, как у тебя дела? Так, у меня 16. И вот этот толстяк что-то бегает за кем-то, а этот кто-то бежит за мной. И это печально. Ай-яй-яй, меня что-то не съели. Я вас вижу. Так. Да? О, привет. Кстати, ребят, мы договариваемся с котенком Лайком, что друг друга мы не едим. Мы не едим друг друга пока. Пока, да. По крайней мере, по ночам. Нет! По ночам? Не по ночам, а поначалу. Котенок Лайк, Арина говорит, что мы с тобой друг друга по ночам не едим. Да. Только днем. Только днем. Возможно. Да что такое, за мной все охотятся? Я что, вкусный, что ли? У меня шляпа привлекательная. Блин, такими макарами мы никого не съедим. Надо аккуратно. Не, мы сидим. Я верю в нас. Я знаю, что... Так, почему все за мной прям бегают? Я не пойму. Да, скорее наверное, всего, это твои друзья бегают. Хотят, чтобы так, ты их съел. Так, а где у нас котенок Лайк? 61 килограмм уже? Да, я тут прям... О, парень прибежал толстый. Нет. Я девочка съела. Что, девчуля съела? Так, да. Это опасно. Она больше меня? Я согласен. Нет, она меньше этим. Меня. Некоторые девочки очень опасны. А, девчонок лучше не злить. Именно вот эти интересные. Так, ну-ка. Особенно голодные. Побольше печенек. Побольше, да. Мне надо много-много печенек съесть, много-много тортиков, много-много такосов, много-много гамбургеров. При этом не лопнуть и стать самым большим, и потом съесть котенка Лайка и самого большого человека. Воу-воу-воу, какие грандиозные планы. Ну, я как бы план составил, а так сейчас вяжемся, а там уже посмотрим, что будет. Так, какие-то все ловкие, шустрые здесь. А, они ничего не едят и бегают за мной, чтобы я их не смог съесть. Интересно. Это подстава. В чем прикол, да. Они просто хотят попасть в видео, я знаю. Они просто хотят, вот-вот я попал к котенку Лайк, ура. Да, возможно и так. А, надо бежать отсюда. И бежать скорее. Ой-ой-ой-ой, там. Девчонки. Я тебе девочку сейчас приманю, я тебе давай, девочку давай, приманю. Давай, сейчас давай, я. Отлично. Так, у меня уже место. Какое место?
Ну. А, за мной бежит. Ты, вот ты 276 килограмм, а он... О, нет, нет, Лайк, беги, беги. Да я бегу, ребята, я бегу. Ребята, надо помочь котенку Лайку. Хитрый ход сейчас делаем. Я, короче, бегу вокруг, съедаю много всего. И сейчас наберу много килограмм и быстренько, быстренько стану жертвой котенка Лайка целенаправленно. Для того, чтобы его не съел вон тот чувак. А я не могу взлететь? Нет, пока, пока ты не вырастешь, ты не можешь взлететь. Да. Мне надо 50 килограмм, мне надо 50 килограмм. И тогда котенок Лайк. Быстрее! Давай, 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 давай. Так, проверим. Нет, еще. Давай, разворот. Нет, еще чуть-чуть надо каких-то три булочки съесть. Быстрее, жри. Три пирожочка. А, он убежал уже, он все, испугался. Ну, он сдрефил, конечно, он смотрит, ничего себе, кот какой здоровый, и давай мотать во все стороны. Да-да-да. Так, ну все, чувак. Подкармливай, папа. Котика. Да, я пока маленький, я могу пару раз подкормить котенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Это девочка гонится. Так, а я сейчас натравлю. О, я хитрый, я сейчас бегу к котенку Лайку, девочка бежит за мной и разворачивает. Все, я сейчас его съем. Он сам попался. Смотрите, какой жирный кот. Вот это да, вот это котяра. Вот это да, вот это вискас был настоящий, не то что паленый китайский. Блин. Настоящий вискас. Это был вообще-то человек. Это, считай, мышь ты поймал. Да. Люблю кушать людей. Мне повезло. Да что ж такое, за мной тут попрыгунчик какой-то, зайка бегает серенький. Так, ну вот этот чувак решил все-таки конкретно мной заняться. Наверное, подписчик. Поохотиться, да? Пружина, цветок. Спасибо, Кирюха. Мне особо, правда, подкормил вас тебя, не да? дало, да? Но он старался. Он, наверное, килограмм весил. Так, тут уже все, походу, мне пытаются помочь. Но этот толстяк не хочет что-то да. жить. Печенька, ой, печенька, печенька. Да что ж такое? Печенька, печенька туда. Да нет, тут куча народу, они что-то за мной охотятся. Я... Блин, а как мне от него оторваться? Я не знаю, под мостом может проскочить? Может, под мостом, я не знаю, там. Он меня хочет зажать. Под мостом проскочил. Не знаю, я уже не могу нигде проскочить. А сколько тебе не хватает? Тебе еще ничего себе полтонны не хватает. Тут без шансов. Ты маленький. Тебе надо это активно убегать, короче. У тебя сейчас есть возможность победить его, убежать. Спасибо, Кирилл. Да-да, я пытаюсь. А, он запрыгивает. Жаль, что ты не можешь в эту так, дырочку он залезть. Сокращает путь. Это, конечно, не очень. О, Кирюха, привет, спасибо, ты очень вкусный. Очень вкусный. Так. Но ты не напрасно был съеден. Рано или поздно котенок Лайк меня тоже съест. Потому что я меньше. Потому что ты будешь подкармливать. Как бы это не было бы поздно. На каком там папа-дочке месте? Папа-дочки на четвертой. А, нет, это я. Я на пятом месте. Весьма худенький, скромненький. Блин, мне бы вон ту девчулю бы съесть, которая потяжелее. О, там печенька. Да, хорошо, сейчас. А, он меня окружает, ну я не знаю, ребят. Нет-нет, у тебя, ты знаешь, ты в два раза меньше него, поэтому ты в случае чего сможешь его, это, убежать, потому что у тебя скорость больше. Чем ты больше становишься, тем у тебя меньше скорость. И как я понимаю, по-моему, этот чувак скорость чипов вообще никак не влияет. Влияет. Чем больше, тем меньше скорость. Не знаю, я просто бегу и бегу. Но это слишком опасно, так, он слишком большой. Спасибочки. Спасибочки. Ну, мне, короче, есть идея. Я сейчас съем всех, потом приду и покормлю тебя собой. Это будет, думаю, нормально. Весь вопрос в том... Есть, я стал еще да больше. Доживу ли я до этого момента? Вот этот подписчик. Стоять, подписан. Подписчик, стой. Есть, хорошо. Не-не-не-не, девочка, не прыгай на меня. Пока, жердяй. Во, видишь, ты спокойно от него убегаешь. Смотрите, ребята, соревнования котенок Лайк и жирдяй. Кто кого, кто бежит, кто такой. Да, я тоже худышка, походу. Так, я потайной ход использую. Блин, девочка, девчуля, пожалуйста, отдайся мне. Отдаться тебе? Отдайся. Давай, давай. Давай, папа.
Так, 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 тут покорми же... Покорми лайка! Да не, я хочу вообще-то всех съесть, стать самым большим, и потом это... Лайка, корми! Так, я сейчас заманю. Откормите меня, я слишком худой! Так, у тебя скорость уменьшится, и ты попадешься, ты беги сейчас как бы наискосочек. Пытаюсь. Так, о, я отвлекаюсь с собой! Смотри, чувак, съешь меня, вот он я, такой вкусный, вкусный, сочный, папа-дочек. Эй! Блин, что он привязался? Чувак, я тут. Он в бешенстве, беги на мостик! Под мостиком. Там как раз девочка, может ее съесть. Да нет, а можешь не поможет. Не поможет? Мне кажется, я просто до моста не доберусь, он меня вперед съест. Да, она, кстати, весит 400 килограмм. Если ты ее съешь, ты тут же станешь... ты 1000 килограмм. У тебя будет большой шанс. Все, я вот проскакиваю. И лайк беги. Блин, вообще жесть какая-то. Это прям, мне надо прям, это выживание. Да. Да. Что у него? Морда сосиска? Надо ускорение купить, а то эта сосиска меня съест. Ускорение. Так, Кирюха. Да, если у тебя было бы ускорение, ты бы тогда его просто так вот убегал от него легко. Ну, было бы неинтересно тогда. А вот девчуля, да, девчуля, давай честно, ко мне, да. Девчуля, я тебя съем. Так, ну, стой, ты такая вкусная, такая сочная. Иди сюда, пожалуйста, девочка. Моя пышечка аппетитная, пирожочек мой. Ой-ой-ой, пути-путечка, Иди сюда, красоточка. А где та девочка, кстати, большая? А она вон за камень прячется. А, я не могу запрыгнуть. Обходи. Так, мы тут все толпой собрались, смотрю, котенок Лайк бежит. А этот вообще упорный, он бы уже, по идее, должен был отстать, сказать, о, котенок Лайк слишком быстрый, я не могу за ним гнаться, отстану. Нет, он упорный какой-то. Или упорный. Ну, короче, это. Блин. Беги, быстрее. К стенам лучше не прижиматься. Вообще там, да, на максималку. Не прижимайся к стенам. Девочка за мной бежит. Я включаю свою суперскорость. Как бы вас там не съели. Суперскорость, я, короче... Давай, короче, беги на меня, я съедаю тебя и съедаю девочку заодно. Да, девочка, иди за мной, вообще будет смотри, шикарно. Давай, вот сейчас, если план сработает... А, она испугалась. Увернулась. А я за ней пойду. И он, кстати, увернулся, он понял, что если ты съешь девочку... О, давай зажимаем девочку с двух сторон. Слушай, а он не может меня с земли съесть, если я на мосту? Может. Я один раз так попадался, да. А, значит, тебе надо съесть девочку. И тогда ты будешь... Стой! Есть! И вообще все жмем ее! Зажимаем! Пышечка так, моя! А она... Пышечки мои! Лайк, теперь рассказываю чит. Делаешь от первого лица. Так. От первого лица. Нажимаешь прыжок и букву Д и держишь их. Прыжок и букву так, да, получилось? Да, да. Не пойму. И все, и держишь их, и ты начинаешь взлетать, как бы боком двигаешься, двигайся боком, как бы, да? Так, я лечу. Если не получилось, опять делаешь большой, ну опять как бы отпускаешь все, опять делаешь от первого лица пробел и букву Д, и он должен по идее взлететь, так и рвануть, не понимаю, короче. Ну ты, мы видим, что ты взлетаешь. Взлетаешь, ну вот насчет полетов у тебя какие-то проблемы, видимо, погода нелетная. Да. Да, и лишний вес, возможно. Хотя вряд ли. Но есть еще один вариант, просто зажать этого чувака в угол. Да. Сейчас зажмем. Мы иногда так делаем. Да, да. Так, давай, котенок. Давай болеть за котенка Лайка. Давай. Ребята, все болеем за котенка Лайка. Кстати, не забудьте поставить лайк котенку Лайка, чтобы он съел этого толстого вот чувака. Да, сейчас мы его слопаем. Уа, мистер толстый кот. Блин, прикол. Смотрите, он прям над нами идет. Ну ты, если что, пробуй. Иногда получается вот этот чит. Именно когда ты большой, делаешь от первого лица прыжок. Лечу, и... нет. Сейчас гляну. Подпрыгиваешь, но без полетов. Их надо не нажимать постоянно, а просто зажать и держать. А получается две кнопки только? Во! Есть! Котенок Лайк летит! Есть! Давай! И исторический момент, ребята! Пожирание того чувака
Челлендж сработает сейчас, давай. У него нет шансов. Супер, ребята, да, все, не уйдем. Самый толстый кот в мире. О, да, ребят. У тебя какой вес? У меня да, у него вес уже огромный вес. 2963 килограмма. Я просто мега-монстр. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился этот видосик. Спасибо большое каналу «Папа и дочки». Подписывайтесь обязательно на них, подписывайтесь на меня. И смотрите начало нашего челленджа у них на канале. Всем пока. Да, как мы там тоже бегали. И узнайте, кто стал самым толстым.